Всем привет, друзья! Будет у нас такой сегодня обзорщик на колоночку Tronsmart Bang Max. Давно как-то люди уже спрашивали у меня за данную модельку. Говорят, не хотите ее приобрести для обзора. Ну, вот приобрел, хочу, показываю. Так, ну как всегда, друзья, заказал на Marketplace, потому что просто рядом, нет времени самому ездить. Да и хрен знает, где они продаются, по факту, в каких магазинах, даже не знаю. Не интересовался просто. Вот просто стало интересно, да, полистал, увидел, бам, просто попалось на глаза. Интересно, говорят, колонка, цена-качество, там JBL тушит, ну хрен знает. Правда, JBL-ов нету, бумбоксов, чтобы сейчас сравнить, как бы, да, ну, в скором времени там покажем потом, может, даже будет сравнение, но, опять же, всему свое время. Сразу хочу обратить внимание, друзья, вот это вот херня, можно сказать, да, вот это продавцу огромный минус, который реализуют через маркетплейсы, в доп. Упаковку не упаковывают, да, это проблема. Допустим, наши товарищи, можно сказать, партнеры, да, у нас, скажем, берут, забирают, они пакуют там так, что там просто хоть кувалдой лупи. Ну, без фанатизма, конечно, но говорю так, как есть. Здесь просто в таком голом виде она пришла, вдруг это на подарок, да, ну, это некрасиво, что это за херня. То есть это просто вот непорядочно. Тем более вещь не дешевая, друзья. Тем более она может упасть, так как доставляют маркетплейсы. Я уже ранее показывал, мы это знаем, да, что могут ее джобнуть в 2 секунды. То есть так как колоночка, она тяжеленькая, друзья. То есть в упаковке свыше 7 килограмм. Без упаковки там что-то 6 кило, там с копейками, плюс-минус, короче. Где-то порядка 6 килограмм. Так, длина у нее 46, высота 36,5 около того, сантиметров, друзья. Заявляет производитель 130 ватт мощность колоночки, да? Ну, нужно будет накручивать и смотреть. Так, давайте мы сразу с коробочки посмотрим, да? Что за коробочка такая? Опачки. Не знаю, конечно. Ну, завод-то в Китае по-любому, да? То есть, ну, сейчас что-то, какие-то бумажки повыпадали. Там ничего больше не выпало с него. Потому что тут дырлочки, видите, да, в ручках. Я-то обратил внимание, картинка. Тип сидит в тельняшке. Обычно вроде бы этот запрещают маркетплейсы, да, вот именно на упаковке, чтобы было изображение лица людей. Там, ну, по пояс там все такое, да. Но лица людей запрещаются. Я не знаю, но им, наверное, можно. Они, наверное, больше платят. Ладно, бог с ним. Так, мы сейчас посмотрим маркировочку. Как-то обычно пишется, да? Я даже не знаю, кто это за колонка, что это за колонка. Да, даже честно не изучал. Я просто видел, на YouTube увидел, да, пару там роликов. Да и вообще, говорят, там прям вау. Ну, Made in China, все понятно, сами видите. Друзья, здесь такая плотная резинка, это есть хорошо. Пластик такой хороший, ткань такая плотно натянутая. Ну, скажу откровенно, да, по сравните с каким-то бумбоксом из JBL, да, по материалам, конечно, здесь она уступит JBL, тут однозначно. Ну, натянуто хорошо-то, есть плюс. Просто есть колонки, даже взять, например, тот же Hopstar, вроде бы натянуто, но все равно, если так взять, там немножко будут вот такие, как бы, знаете, сжатые складки. Здесь натянуто все хорошо. Так что логотипчик тут так, панель управления, все резиновое. Ну, по коробке, ладно, понятно. Давайте сейчас посмотрим, что там в самой коробке. Пакеты я уже достал, пенопластирол. В принципе, упаковочка кисленькая. Могли бы, конечно, по такую колонку поплотнее упаковать. Так, что там валяется, тут падает. Так, сейчас. Какая-то у нас тут... Ага, сервисный, это, так понимаю, это гарантийный талон. Сайт официальный. Есть номер, можно позвонить в Америку, можно в Канаду. Есть там глобальный типа номер. Ну, короче, можно звонить, друзья, вон туда, если что-то у вас там устал от нее, да, то звонить туда, и вам все объяснят. Я уверен, что... А, кабель в комплекте. Все, друзья, вот все комплектация. Коробочка, упаковка внутри кислая, сразу говорю. Внешне симпатично, все понятно, все нарисовано. До упаковки, конечно, минус продавцу, да, вот. И откоска. Зарядочка, друзья.
Как правило, да, обычно в таких бумбоксах идет просто там выход под USB. Здесь полноценная зарядка с блоком питания. Такой кругленький выход у нее. Так, что-то нарисовано. Насос 2 ампера 30 ватт. Друзья, это говорит о том, что я, конечно, не специалист всех вот этих моментов, да, но как я вижу по самой зарядке, по мощности, да, что если, допустим, она подсевшая, и врубить ее, допустим, да, громкость процент на 50, если включить вообще на максимум, она у вас заряжаться не будет. То есть именно чтобы она и играла, заряжа, она у вас не заряжается, она у вас будет выключаться. То есть на такую мощность, такой блок питания ей не хватит. Это очевидно. То я уже потихоньку сам начал разбираться, то обычно я показываю, тоже начинаю изучать, да, что она слишком мощная для такого блока питания. Ладно. Ну, если там чуть-чуть включить, может, что-то и хватит. Так, еще, что тут еще? А, все. Друзья, тут еще есть в данной колоночке, можно устанавливать приложение. То есть это для Android, для и iPhone подходит. App Store, Google Play, друзья. То есть устанавливается приложение. И можно там настраивать эквалайзер. Я, правда, еще не делал, конечно, попозже все сделаю. Также все тут, я так понимаю, по панели управления. Все это обозначено, правда, не по-нашему. Ну, разберемся потом. Так, давайте по инструкции сейчас дойдем. Так, вот, кстати, на каждую кнопочку. А, пока не забыл. Случайно наткнулся на ролик, опять же, листал, думаю, глянул. Смотрите, все легко и просто. Правда, опять же, написано не по-нашему. Чудачок один там рассказывает, вроде бы все хорошо, но говорит, надо, чтобы включить подсветку, надо скачать приложение. Друзья, нет. Я это сразу открыл и все видел в инструкции. Значит, то ли он там, не знаю, там закрытыми глазами смотрел. Ну, смотрите. Вот раз. Вот три нажатия можно выключить, одно нажатие мы включаем. Ну, то есть как-то так. Второе нажатие вроде бы меняется подсветка или положение подсветок. Ну, хрен с ним. Тем не менее, что оно включается с этой кнопки кратким нажатием включения. То есть все просто. Поэтому там не надо говорить, что нужно скачивать приложение. Так, тут нарисовано дальше само приложение, там как подключить, там трали-вали. Я думаю, разберетесь, это не проблема. Так. Да ёпта, длинная такая. Это хренотень. Сейчас, где тут есть? Тут, по-нашему есть что-то написано? Или приблизительно? Тут на английском языке. А, вот есть. Хорошо. Так, смотрите. Что тут пишут? Ну, по комплектации понятно, не буду диктовать. Вот что тут написано. Модель. Цвет черный. Bluetooth 5.3 версия. Достает она, я так понимаю, уже на 18 метров, это есть хорошо. Так, играет до 24, короче, почти сутки играет, как говорят, колонка, если выключенная подсветка при громкости 50%. То есть, понимаете, да, это прикольно. Хорошая, значит, батарейка. Так, потом караоке до 10 часов при громкости 60%. Это понятно. Батарейка 18 миллиампер часов. 15 2 ампер, 130 ватт, IPX6. IPX6 это защита от влаги, это, короче, брызги, все такое, да, купаться с ней нельзя. Так, 5 часов время зарядки. Так, вот это стоп, вот это мне вот, сейчас, что за хрень. 18 миллиампер часов батарейка, в скобках 11 и 1 вольта. 6 часов короче, 6 тысяч миллиампер часов батарейка, как понять теперь? Что это такое? Странно. Тойота. Ну, правильно же я говорю? Ну да. Но это, скорее всего, знаете что? Друзья, просто честно говорю, не изучил данную модель. Ладно, поизучаем. Мне кажется, скорее всего, что это такое? Это, наверное, если вы используете колонку на максимальной громкости, соответственно, потребление уже будет больше. Да, соответственно, там уже это расшифровывается, что батарейка потом при максимальной громкости, например, 130 ватт, как тут обещают, да, там, или там 80%, 70%, не знаю, где-то так, наверное, под 100% на крутой громкости, что она будет у вас емкость типа 6000 мАч. Если будете накручивать, я так понимаю, там 50%, да, там будет 18000 мАч. Ну, я так понимаю, как-то так.
Потому что это нужно, чтобы там кто-то с товарищей, которые немножко более разбираются, что там написано, да, то есть, ну, пускай комментируют, только без сарказма, друзья. И я говорю, так как есть, так как я как обычный покупатель и пользователь данной колонки. Вот поэтому, если что-то не так говорю, поправляйте, пожалуйста, только без всяких приколов, сарказма. Так, что мы еще видим? Пластик, друзья, добротный. Запаха у нее нет, нормальная ручка. Такая, как бы, ну, добротная. Ну, тяжеленькая, сразу говорю. Не то, что нам нет, там тяжеленькая. Ну, такая она. Ну, хорошие вещи будут хорошо есть. Так, что мы еще видим? Логотипчик, панель управления, батарейка показывает уровень. Включение, выключение, также регулировка, подсветка отключения, Bluetooth, это громкость плюс-минус. Плей-пауза. Это у нас... А, это TVS, наверное, кнопочка похожа. Это у нас эквалайзер. Это, наверное, прием сигнала с телефона, когда кто-то звонит. Ну, не знаю, вот я ошибаюсь. Еще не изучил до конца. Что за кнопка, непонятно. И кнопка эхо. Это понятно, что это на микрофон. Ладно. Так у нее пассивки. Мы видим. Ну, сборка добротная. Но единственное, знаете, что мне вот как бы... Вот, когда раскрылся, вначале, да, я посмотрел. Вот, видите, да, вот тут стыки такие, ну, ёпта, лопнуло, думаю, бля. Ну, ударили, наверное, как обычно. Предоставь им Marketplace, это любитель. Вот. А это, кажется, не такая стыковка. Могли бы, конечно, сделать бы снизу. Было бы, конечно, как-то поэстетичнее и симпатичнее. А так они, получается, вот спереди, а, ну и сзади. Ну ладно, это не столь там прям сильно критично, но все-таки могли бы так сделать. Так, давайте посмотрим. Крышечка написана, BandMax. Резиновая такая, резиновая. Ух ты, ни хрена, она только... Сантиметра, наверное, где-то 2,5, а то и до 3. Где-то 2,5 толщина этой резинки. Такая плотная, такие прям уплотнители у нее тут. Раз, два, три прям таких вот. Так, что мы тут видим? Вход TF-карту, USB, вход AUX, вход гитара, вход микрофон проводной, индикатор, вот эта точка там, да, и коннектор зарядки. Вот эти все крутелочки, это микрофон на гитару, ну, в принципе, все понятно. То есть, ну, все это проводное. Микрофон проводной, гитара проводная. Ну, гитара, понятно, что проводная, микрофон проводной, так вставляется. Так, ну, видите, огромный плюс, что... Вот так вот сделали эту такую пимпочку, бамс, и можно легко открыть, и не там ковырять, чем попало, или, там, или ногтями, то есть это неудобно. Здесь продумано, в этом плане молодцы. Такую крышку там хрен чем ковырнешь, ну, кстати. И под ручкой вот такая вот тоже приятная резиновая, да, резиночки, вот молодцы, красивенько так сделано. Что можно так под руку, чтобы не выскользнуло. Это правильно, я считаю. Ну такая, друзья, вот колоночка. По весу, еще раз повторяю, порядка 6 килограмм чистый вес. Ширина у нее 46, высота у нее 36-37, где-то вот так вот, если брать снизу по ручку. Мощность 130 Вт, друзья. Написано 18 тысяч мАч батарея, но в скобках написано, я так понимаю, если 11,1 вольт, я так понимаю, это будет использоваться на всю, да, то там будет примерно емкость приравняться к 6 тысяча миллиампер часов, я так понимаю. Вот, на 1,11 вольта. Ну, если я так понимаю. Вот, что она немножко быстрее будет разряжаться. А если на 50% будет долбить у вас без подсветки до суток. То есть, ну, до хрена, конечно. Так, что еще забыл сказать? А, друзья, самое главное, забыл сказать динамики, да. И опять же, та же проблема. Сейчас посмотрел, также в инструкции, также вот на коробке ничего не написано. Почему не показывают размер динамика? В данной колоночке имеется 6 динамиков. 2 низких, 2 средних и 2 пищалочки, то есть высоких. То есть итого, друзья, 6 динамиков. Поэтому должна играть очень хорошо. Что-то чуть попозже сделаем. Накрутим звук, прокрутим пару треков. Да посмотрим, как она играет. Так что, друзья, как-то так. Колоночка Tronsmart BandMax.